Михаил Митюхляев и Сергей Николаев – единственные, кто представляет наш город в этом виде спорта. Кунгурский экипаж выступает в джип-триале не в первый раз. В прошлогодних трех этапах наши спортсмены дважды завоевывали место в тройке лидеров. Несмотря на серьезных соперников из Москвы, Твери и Ярославля, они уверены в своих силах, но загадывать наперед не берутся. В джип-триале загадывать что-либо на соревнования, которые будут, это дело неблагодарное, потому что это такая дисциплина, что много слагаемых успеха здесь идет. Это и надежность машины, и самого первого-второго водителя, вот, сам грунт, трасса как будет. Это все такие, ну, факторы, которые предугадать невозможно. Так что мы никогда наперед не загадываем. Как фортуна сложится и покажет себя техника, так и будет зависеть от этого наш результат. Обрыв полуосей или рулевой тяги, не считая других мелких поломок, во время прохождения трасс – дело привычное, говорят автогонщики. Поэтому сейчас, последние дни перед стартом, необходимо тщательно подготовить автомобиль. Мы участвуем в соревнованиях и по джип-спринту, и по джип-триалу, как бы разные категории. Одна, в принципе, это соревнование, ну, скорость, где небольшие, это джип-триал, это преодоление препятствий. И джип-спринт, где скорости совсем другие уже, и нагрузка, соответственно, на узлы, на агрегаты уже, ну, идут тоже непомерные, можно так сказать. И обычно после соревнований всегда несем какие-то потери в узлах и агрегатах, что-то ломается, что-то восстанавливаем. И в основном вот между соревнованиями у нас занимаемся ремонтом с Сергеем. Сергей Николаев на этих соревнованиях будет у Михаила штурмана. На него ложится не меньшая ответственность, чем на водителя. Он должен вовремя подсказать местонахождение установленных фишек. А сегодня он проводит последний осмотр своего внедорожника и верит, боевой дух команды должен привести их к победе.